вчера говорил, что мне пофиг хейт, но на самом деле это не совсем так. Я человек, и в данном случае действительно какие-то вещи, к которым я не был готов, я пропускаю через себя, и мне это неприятно. И плюс еще я не совсем понимаю, за что мне прилетает, что я такого сделал. Вот. Поэтому я решил для себя, что я закрою свою страницу, потому что приходит очень много людей, смотрят и, ну, оставляют, пишут гадости. Вот. Я решил, что я не буду общаться на суперширокий какой-то круг, я буду общаться только со своими подписчиками. Вот. Потому что, ну, ценности, которые я транслирую, я понимаю и по проекту, и по... Ну, они близки не всем, но мне комфортно и приятно делиться с теми, кто их разделяет. Поэтому сегодня еще дальше расскажу. Пока что.